В Московском городском университете управления правительства Москвы разработана и успешно реализуется программа повышения квалификации для ведущих торжественных церемоний. В Москве по этой программе обучилось более 100 ведущих торжественных церемоний. И впервые по этой программе прошли обучение представители органов ЗАГС субъектов Российской Федерации. Сфера органов ЗАГС является наиболее консервативной на государственной службе. В ней практически ничего не менялось с 1964 года, когда вышло постановление Совета министров СССР о введении в быт советских людей новых обрядов. А мир постоянно меняется, меняются поколения, и современной молодежи уже нужна немного другая церемония, не такая, как была у их родителей, у бабушек и дедушек. Новые системы ценностей, новые представления о том, что такое свадьба, и, конечно же, новое видение роли ведущей торжественной церемонии. В программе значительный блок психологических вопросов, потому что это работа с людьми, работа с разными парами, молодыми, возрастными, парами с гостями и без гостей, эмоционально возбужденными и скромно застенчивыми. И каждый раз это разная церемония. И здесь мы даем абсолютно инновационную технику профайлинга, систему мгновенной оценки психотипа человека. У нас отдельный блок посвящен технике актерского мастерства, владения своим телом, невербальными жестами. Достаточно большой объем занимает вопрос конфликтных ситуаций и нестандартных ситуаций. И здесь мы тоже применяем совершенно новую технологию. Нестандартные ситуации наши слушатели осваивают в VR-тренажере. То есть в VR-очках они просматривают и изучают правильные алгоритмы действия в тех или иных случаях. Мы предлагаем современные и универсальные технологии в работе ведущих торжественных церемоний, которые позволят им сделать более современным этот особый вид деятельности. Организация на высоком уровне, подбор педагогов замечательный. Мы в восторге от каждого лектора, который читал нам и давал новые знания. Знания уникальны на самом деле, и сейчас осталось только все это переварить, организовать, трансформировать и внедрять. Что мы и будем делать.